Фармер на Европе плюс. Je garde un souvenir impressionnant de Saint-Pétersbourg. Je suis plus sensible à son architecture. Я сохранила очень хорошие впечатления о Санкт-Петербурге, потому что меня поразила его архитектура. J'ai rencontré à Moscou un artiste que j'aime beaucoup, qui fait du de l'animation, qui s'appelle Gary Bardin. В Москве я встретилась с артистом, которого зовут Гарри Бардин. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'aller chez lui, de voir son lieu de travail, de rencontrer son équipe. Donc c'est un moment très fort pour moi. Это очень важный момент для меня, потому что мне повезло, я имела возможность с ним познакомиться, побывать у него дома, побывать у него на работе, познакомиться с его командой. Et puis j'aime le romantisme que peut moi m'évoquer ce pays. J'aime sa littérature, voilà. Voilà ma visite du pays. Et потом, ну что еще сказать о моем визите в эту страну? Эта страна очень романтичная, она пробуждает во мне очень романтичные чувства. Милен Фармер оказался у меня на студии как прыщ. Я ее не приглашал. Вдруг позвонили в дверь, и входит ее продюсер, ее режиссер, и Милена Фармер, которую я узнал. И она сказала, что она хочет познакомиться с Гарри Бардином. Она меня тоже не знала внешне. Мы с ним познакомились. И она сказала, что она была один день в Питере и один день в Москве. И этот день она пробыла у меня на студии. И она говорила о том, что она хотела бы сделать клип, посмотрев мои работы, очень хотела бы сделать клип. И я сказал, ради бога. Потом она прислала мне песню, которую она записала, про барашка, что-то такое. Я придумал все сюжет, но ее ко мне приревновал ее режиссер. Сказал, мы встретились потом в Париже, он сказал нет, нет. И она потом извинялась за него, потому что вынуждена была отказаться. Ну, короче говоря, не срослось это.